Сотни валахжан присоединились к крестному ходу в честь Дня всех вологодских святых. Он прошел в воскресенье от 18 храмов областной столицы и завершился молебном у Воскресенского собора на Кремлевской площади. Подробности далее. Со всех концов города, от разных церквей прихожане собираются в центре областной столицы у Поклонного креста. Именно на этом месте когда-то стоял Спасо-Всеградский собор, главный храм Вологды. Так что это, наверное, не случайно это место. Все стекаются, все храмы, как крест спасения здесь. И идут туда, где вот в 16 веке шли, спасая молитвой, верой наш город. Символически отсюда в день всех вологодских святых и начинается крестный ход. К нему присоединились сотни волокжан, многие целыми семьями. День воскресный, мы все время как бы стараемся по возможности ходить в воскресенье в церковь. У нас в Вологде, в Вологодской области, больше 100 святых. Мы, конечно, всех не знаем, но самых таких уж распространенных, естественно, мы знаем. И всегда им молимся. И только благодаря их заступничеству перед Господом Богом за нас грешных, мы до сих пор еще спасены и живем. Действительно, в собор вологодских святых входит более 100 святых. Это и преподобные, и святители, и князья. День их памяти православные вологжане отмечают в третье воскресенье после Троицы. В этом году оно выпало на 10 июля. А само празднование установлено еще в середине 19 века. Спаси Господи, люди твоя. Молебен по традиции проводит на соборной площади митрополит Игнатий, но на этот раз совместно с епископом Череповецким и Белозерским Флавианом. Богослужение проходит перед иконой «Господь Вседержитель» с предстоящими вологодскими святыми. После службы митрополит обратился к верующим со словами напутствия. Если мы хоть какую-то йоту своего сердца будем каждый день посвящать изучению жития наших вологодских святых, мы каждый день будем приобретать для своей души еще новую пять Царства Небесное по дороге Царство Небесное, по которому мы движемся. Напомним, Вологда и Вологодская область славилась своими монашескими обителями, по числу которых ее сравнивали с Фиваидой и Египетской. Поэтому наш край называют Северной Фиваидой, а Вологду – культурной столицей русского севера. На сохранение и развитие богатого духовного и историко-культурного наследия региона направлена масштабная стратегия «На сон город». Она реализуется в областной столице, а каждый верующий частичкой своей души эти традиции поддерживает. Мария Суворова, Максим Тишковец, Вологда Портал.